Совсем маленькая зарисовка, как происходит кормление енисов. Высыпаю просто. Ну, отряхиваю с картонки тараканов. Сколько выпало, столько выпало. В этот раз получилось довольно много. Но все как и прежде, очень эффектно. Хватают прям сразу. Вот по сути только высыпал. Сразу же решил начать видеосъемку. Охотники, они просто волшебные. Крупные тараканы барахтаются наверху. Там расселись как на веточках. Давайте им чуть-чуть поможем. О, побежали. Безумно, конечно, эффектная охота получается. Этот самец сфокусируется, камера на нем. Сам не ожидал. На внутренней стороне картонки было просто очень много мелочевки. И, собственно, вот результат. Охота просто бесподобная. Ну и маленькое новшество. Сделал им вот такое земляное ведро. Но пока потихонечку они совсем туда ходят. Им куда интереснее быть здесь. Не подлучится, значит, подключу сюда побольше. Ну, земли просто насыплю побольше. Ну и еще. Вот этот куст подзагибается. Все остальные разрастаются очень хорошо. Да, охота у енисов, конечно, на высоте. А еще, кстати, мясные. Наконец-то одного тараканчика убили. Попробую добавить освещение. Показать матку с расплодом. Они почему-то кочуют постоянно. То туда, то сюда. Вот они. Матка, расплод, постоянно кочуют, постоянно переезжают из песка то песок, то гнездо. Новые личинки, которые вот-вот наклюнутся. Я не знаю, что с ним. Вот такие пакеты яиц. Симпатичные. Брунеи, как всегда, то ли с голодухи, то ли
Еще с чего-то устроили панику. Они это любят. Маток, как всегда, куча. Бруней вот столько еще не кормил. Ну а филахи. Филахи просто замерли. Сидят. Тоже не понимаю, вот в том углу сидят и в этом углу сидят. Как будто кончился заряд. Вот там охранники гнезда здоровенные. Но у этих ребят вот. Смотрите, как они одолевают и мага туркмена. Ну, на самом деле это не имага, это предимага. Сейчас смотрю, имага они поболее все-таки. Ну, не важно. Вот, а здесь несут. О! Симпатяги. Ну что ж, всем спасибо и до новых встреч.